Праздник 1 мая в год 70-летия Победы начался с церемонии поднятия на главной площади города флага Победы. И пусть это алое знамя, развиваясь на главной площади Нюнинского района, напоминает нам о значении Великой Победы и призывает гордиться и беречь тех, кто ее завоевал. Только сохраняя и защищая нашу историческую память, мы можем уверенно смотреть в будущее. Под звуки гимна в небо поднялся флаг Победы, стяг, заставляющий вспомнить не только факт самой Победы, но и людей, батальоны и дивизии, которые честно выполнили свой долг перед Родиной. Традиции 1 мая в своей основе остаются незыблемыми уже десятилетия. Они узнаваемы и долгожданны. Весна, май, Победа, мир, труд, радость, музыка, цветы и, конечно, праздничная демонстрация. Она началась ровно в 11 театрализованным представлением, посвященным юбилейным датам – 50-летию со дня образования Мирнинского района, 60-летию Мирного и 70-летию Победы. Праздничное шествие трудовых коллективов проходило под флагами России и Якутии, символизируя нерушимую целостность многонационального государства. Казачество и кадетские классы, ассамблея народов с ее пестрым национальным разноцветием, работники Алроса, городского и районного муниципалитета, школы города, техникум, центр сортировки алмазов. Можно с уверенностью сказать, что все без исключения предприятия и организации Мирного прошли в этот день по главной улице города. Традиции 1 мая на Мирнинской земле включают в себя обязательное декорирование машин. Отличился Мирнинский региональный технический колледж со своим стилизованным паровозом. Тему военизированных подразделений подкрепили Батубинская экспедиция и Нюрбинский ГОК. А молодежь Мирного порадовала как танцами, так и холодоустойчивостью. Слезами на глазах за наших ветеранов. Хочу им пожелать здоровья, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны. Но я не знаю, люблю вот праздники. 28 апреля у нас был концерт, и у нас был флешмоб. Я не знаю, как правильно танец назвать якутский, но я в нем участвовала, мне очень нравится. И всем хочу пожелать счастья, здоровья, любви. Приехали на праздник 1 мая. Май, мир, труд. Это у нас с советских времен. Очень хороший праздник. Мы этот праздник очень ждем, уважаем, любим этот праздник. Ну вот, перед дверью вот 70-летие Победы. Вот, поэтому народ весь вышел радостный. И мы тоже все довольны и ждем еще 9 мая. Праздником вас! Праздник шикарный, красивый, нормальный, когда все люди, все нации собираются, сходятся, смотрят, улыбаются друг другу. Плохого нет, войны нет, никто не убивает, не стреляет. Сейчас смотрю, значит, последние новости, Украина, там страх Божий. Вот хотел пожелать, чтобы было все хорошо. Каждый год, уже 20 лет, хожу на демонстрацию 1 мая. Я хочу сказать, что ни в одном городе, вот сколько у меня родственников по всем городам разбросаны, что такого нет. Мы очень рады. Самое главное, прекрасная погода, отличное настроение и всем мир, труд, май. Майские демонстрации прошли также в Ленске, Айхале, Удачном. В Ленске праздничное шествие открыли ветераны, а уже за ними шли колонны предприятий и организаций. Праздник весны ленчане встречали с радостью, оптимизмом и хорошим настроением. Мы живем в Якутии, нам нравится. И детям прививаем. Нам очень нравится, мы рады, что сохраняют традиции.
А вот удачный встретил Первомай снегопадом. Что интересно, практически каждый раз в этот день погода не балует трудящихся ласковым солнцем и оттепелью. Отсутствие дождя или снега – большой подарок. А вот отсутствие плохого настроения – данность. 30 колонн прошли в этот день по центральной улице Удачного. Айхал вышел на демонстрацию в полдень. Красочные баннеры, девизы, слоганы яркостью и неординарностью поразили машины коллективов подземного рудника «Айхал» и обогатительной фабрики номер 14. Красные каски на машине и на головах еще раз показали, что люди труда умеют радоваться открыто и красиво. Хорошее расположение духа не испортили ни холодный снег, ни ветер. Заполнилась айхальцем и колонна амакинской экспедиции с творческим огоньком, подошедшая к юбилею. Праздник продолжился проводами зимы и народными гуляниями.